Вот так вот на елке растут. Классно. Там дальше тоже. Ох, наконец-то ветерок, так классно. Березочка у вас тут. Ель. Там дальше тоже всего чего. Тут вот типа трибуны, да? Скамеечки. Вот здесь может регистрация может проходить. Тогда классно. А здесь люди сидят и наблюдают. Нет. Тут как-то опасно невесте проходить. А там вот самолетики. Нет. Стрекоза. Колокольчик. Ой, вообще красивое место. Так, все, отсюда выходим. Может быть, этот звук что-то значит для этого мужчины. Он каждый раз выбегает, Сергей. Сюда? Да, давай. Господи. Он меня выдержит? Это где-то полив идет? Ой, тут уже другие запахи. О, вот эти красивые. Дай водичку. Да, солнце мешает. Бабочки, тихо. Сейчас ловлю одну. Mm-hmm.
какие крылья. Вот тут, конечно, селфи-палка не мешала бы. Очень красиво. Опять туечки. Вот как с этой стороны выглядит. Можно посидеть. Ой, лягушка прыгнула. Ой, еще одна. Видели? Может, еще прыгнет? Видели, сколько здесь лягушек? Я подошла, они бульк-бульк. Там штучки 4 прыгнули. Смотри, сейчас я тут пройду. Видели? Они, Максимка, вылезли погреться, да, на солнышке? Пройдите там вокруг, и они все прыгнут. Да, тут куча лягушек и маленьких рыбок. Ой, точно лягушка. Как называется этот цветник? Они как? Табличку убрали.
Ну, смотрите, какая прикольная. Так, все, потихонечку закругляемся. Улетела, испугалась. Здесь красота, слышите, как какой тут хор. Только с цветочка на цветочек прыгают. Ой, тут тоже беседка, ну-ка. Класс. Водичка.
Так, жалко, что я ничего не вижу. Экран полностью все отсвечивает. Телефон не передает всю эту красоту, конечно, все эти ароматы. Как вкусно пахнет. Вот тут вот мы начали. Туда в середину мы заходили. Тут у нас кроты. Тут у нас царствие бабочек, я смотрю, очень много. Так, ну куда попрятались? Сидят. Пугливые какие-то. Коза еще одна. Ой, боже мой, как же тут красиво. Как же тут все это обойти. А? Значит, тут у нас опять розы. Так, вот это вот у нас заканчивается.
Мне больше интересуют вот эти вот розы. Так красиво смотрится издалека. Ну-ка, поближе подойдем. Тут у нас табличка. Такие интересные, но они уже осыпались. Бабочки. Вот этот вот, конечно, куст прям выделяется. Паучок. Опа. Прикольный. Вот этот домик, я так понимаю, когда здесь происходит свадьба. Тут у нас, наверное, что-то вроде кухонки. Тут, наверное, украшают стола. Столы выставляют, украшают. Если плохая погода, можете внутри. Слышите, да? Я же слышу. Все, пойдем. Я думаю, что вот здесь вот кухонка. Здесь вот ставят столы, когда свадьба. А если плохая погода, возможно, даже там сидят. Разные территории, тут даже несколько сразу может быть. Пока. Такой вот домик и вот такой вид. Так, тут мы еще куда-то не подошли. Мы к тому фонтанчику не подошли, но уже ладно. Не успеваем. Вот такая красивая зона. Цветочек. Паучок. О, грибы, ребят. Наверное, туалет, что ли?
Гамак. Да, я думаю, это туалет. Катались. Так, тут у нас муравейник. Все. Выходим, как-то странно мы